Всем привет! Начнем вот с этой посылочки. Распаковку заказал я 1.08 и стоит $23. Очень интересная штука здесь. Мне лично интересно, но заказывал я ее не себе. Так, немножко помялась. Здесь коробочка. FB Knife почему-то. Хотя нож заказывался Ганза. Сейчас посмотрим, что у нас тут дальше. Так, мешочек вот такой. А здесь есть логотип Ганза. Так, ну какой-то он скудненький, этот мешочек. И смотрим на нож. Итак, у нас нож Ганза G720. Очень классный, мощный нож. Значит, сталь здесь 440C. Тут можно увидеть. FB Knife Made by Ganza. Так они подписывают сейчас. Значит, рукоятка G10, черная, есть там, по-моему, оранжевая, еще и зеленая. Он такой довольно толстый, крепкий. И замок вот этот называется Access Lock. Вот так он складывается. Вот он, видите, под собственным весом опускается. Здесь от клипса. На клипсе сзади есть, как забыл, называется, выбивать стекла. Ну, качество исполнения очень хорошее. Вот, посмотрите сами, винтики, все аккуратно. Лайнеры не очень толстые, они, кстати, вот облегченные, видите, там высверлено. Вот, высверлено. Вот, видите, облегченный, сейчас мы взвешиваем его. Ну, 200 грамм, грубо говоря. Да, вот 199. Ну, очень интересный, классный нож. Толстый, такой ломовитый, крепкий. Кто занимается рыбалкой, походами. Мне кажется, очень даже красивый. Отверстие есть для темляка. Очень классно лежит в руке. Такой он крепкий. Удобный. Здесь эти насечки на G10. В общем, нож добротный. Цена у него, в принципе, для таких ножей очень даже неплохая. Недорого. Сейчас попробуем что-нибудь порезать. Вот бумажку, которую они положили. Смотрите, как бреет. Это с коробки. Ничего, я его же не дотачивал. Немножко маленький листочек, неудобно. Короче, он острый. Острый, капитально хорошо заточен. Нож достойный. Пока пораспаковываем уже этим ножом. Пока не отдал заказчику. Значит, следующая посылка я уже не подписывал, потому что вижу, что здесь есть несколько. А что внутри, уже как обычно, неизвестно. Так, ну в данном случае всего две. Так, что здесь? Мини-фонарик. Работает он от пальчика обычного АА. И смотрите, как интересно, здесь есть варианты. Вот такой свет. Вот так регулируется. Вот такой свет. Сбоку LED-панель. И она еще может быть сигнальной. Кнопки все прорезинены. Фонарик металлический, недорогой. Ну, прикольный, аккуратный, красивый. Как обычно, ссылки на все товары будут под видео в описании. Идем дальше.
Так, здесь у нас босоножки женские. Такие они модные. Легкие. 22,5 вот размер пишет. 200 грамм весит. То есть они не тяжелые, легкие. Ну, на лето то, что надо. Правда, лето, конечно, прошло. Заказывался не очень давно. Но вот такая здесь. Есть много вариантов. Они там есть всякие разные. Но, в принципе, красивые. И удобные. Очень удобная подошва. В общем, заказывали не себе, но у жены, по-моему, такой же размер. Сейчас мы примерим. И посмотрим, как они смотрятся на ноге и насколько соответствует размер. Смотрите, как оно выглядит на ноге. Значит, видите, они немножечко маловаты, но это так и должно быть, потому что у нас 36 размер, а это бралось на 35. Вот и палец, как бы и пятка немножко висят, а на 35 будет отлично. Вот такие легкие, воздушные. Как подошва? Легенькая, хорошая, удобно. Удобно. Все. На лето то, что нужно. Застегивается, все удобно, крепко, да, держится. Не жмет это защелка? Нет. Все, защелка не давит. В общем, абсолютно удобная обувь. Так, еще тут какая-то мелкая посылочка. Угу. Это флаг в Румынии и Молдавии, по-моему. Здесь, возможно, тоже что-то мелкое. Это я вешаю флаг на рюкзак. Те страны, в которых я побывал. Вот я был в Черногории, и это флажок Черногории. И вот так вот на рюкзак я вешаю флаги всех стран, в которых я был. Ну, так, такая фишка. Ну, на этом пока все. Больше посылок нет. На все товары будут ссылки под видео в описании, были на канале Взагали. Всем пока.